официант. Услужливый такой: о, сэр, никакой угрозы не представляет. Что за говно я сделал? Всем хай! С вами Йоджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в спор. И просто на удивление, эта игра зашла так хорошо вам, что я решил поиграть в нее снова. Все-таки эволюция должна продолжаться. Я, как ответственный бог, должен продолжать эволюцию. Как вы знаете, мы заселили планету этими тварями, омерзительными, богомерзкими. Надеюсь, что они превратятся во что-то более красивое. Да евгенианцы! На планете евгенианец. Чтобы эволюция шла хорошо, не хватает одного ингредиента. Очень важного ингредиента, и это... стаканчика с кока-колой. Звучит как реклама, но это я не для рекламы, я просто люблю колу. Ну а если даже это и реклама, то я продажный, мне пофигу. Я продажный, я всегда им был. И вот эти вот маленькие красавцы, они тоже вырастут продажными. Так, ну не лезь, это альфа-самец такой весь, да? Он отошел, я доминирую, это мое гнездо. Пометил здесь все. Эй, мелкий! Он отошел. Отошел, я сказал, мое гнездо. О, меня любят, потому что я альфа. Ну иди ко мне, детка, как тебя любить? О, да. Я повернусь к тебе. Видала мои пупырки? Я пупырчатое существо, самое пупырчатое. Иди ко мне. А! Яйцо. А мы даже еще не начали. А я уже закончил. А, как неловко перед ней. Почему я сделал сие мерзкое отродье? Давайте попробуем немножко улучшить, насколько это вообще возможно. Воу. Да-да-да. Можно сделать его максимально рабочим, чтобы работал. В природе важен размер. Мы будем как рыба-фуга раздуваться. Пивное пузо вперед. Нормально. О! А-а-а! Посмотрите эти мембраны вот здесь вот. Омерзительно. Ну и пестрый смешной. Мне нравится. Вот, какой-то пшик сделал. А, все, меня обучает. Это мой батька меня обучает. Молодец, сынок. Посмотри, напрягись и вот так сделай. Я не знаю, что это такое, но это звучит очень устрашающе. О, он стал большим. Ну разве это не грация? Мы добыли руку и ногу. Бежим! Вперед! Задоминируйте ваше гнездо! Ну-ка, расступились, мои рабы будущие. Выберите режим. Приготовьтесь петь или рычать. Сейчас мы тебя сделаем, дружище. Отлично, вы заслуживаете награду. Скоро мозг существа увеличится, и оно станет умнее. Стоп! Оказывается, все это время то, что было задом, оказывается, это перед. Вот наш перед. Я думал, что вот это вот наш перед. Я уже ничего не понимаю. Я пошел добывать генетический код. Он враждебный, тварь. У вас был шанс подружиться со мной. Не было шанса. Ха-ту мне в лицо, понял? Нахаркал. Тебя что, укусить ты, улитка сраная? Кусай! Это я умираю или... А, куда побежал? Кусай, сказал! Это он умирает! Но я тоже при смерти. Я должен убить их вожака, и тогда они меня зауважают. Вот, все, я забрал. Учи-то вулкан? Гейзер! Заценим, давайте. Блин, вот вроде длинные ноги, а все равно не лезут. Оп, злой. Два злых. У меня мало хп. Я думаю, мне есть смысл с ними сражаться. Я умен, у меня мозг родился. О, кушать! Я стал еще умнее. Помните, хищники питаются мясом. Ой, я наблевал. Ребятки, мне нужно мясо. Я так тут убил где-то вашего вожака. Где он? Я бы покушал. Черт! Он исчез, он сгнил. Ой, что-то много всяких недругов. А, нет, нет, не трогай меня. Не трогай меня. Ребят, спасите! Спасите! Он просто напал. Со спины еще невидимым стал. Дружим, дружим. Есть. Вот, смотрите. Издадим свиреп рык. Или просто сразу на войну. Засать меня быстро! Наплевать. Пожалеешь у меня. Есть! Ух! Ням. Ням. Снова стал здоров. А смотрите там. Дивные земли. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-о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 й
знать, что вы родился. Оп! Взрослел. И мне пора срочно брать шлизов. Я только что родился, молодой, полон сил. Кто готов познать мою мощь и мою красоту? О, ты. Судя по всему, я самка. Вот это гнездо готово. Сейчас я... Напрягусь. Есть. Ух. Что ж, давайте посмотрим, что у нас есть. Давайте руку сделаем. Где у нас этот худень? Я мечтал о нем. Во. Смотрите. Мы видоизменяемся. Что это за осьминог? Может быть, пора уже сделать евгенианца разумного? Thank you.
вот сюда вот маленькую пуколку поставим. А, как это работает? Смотрите на эту рожу. Надо какое-нибудь сражение прокачать. И вот с ног вот эти вот штуки нафиг продать. Вот Саблеус. Вот так вот. Чтобы так в сраку, знаете, врагу. Ну-ка, покажи, какие у тебя сильные шипы. Черт. Давай, напрягись, вот. Ух, нифига. Ох, нифига себе. Так, мне кажется, надо ему бицухи прокачать чуть-чуть. Во. Белиссимо. И мы сделаем из него большое жилистое мразотное чучело. Или вот, плюшевый. Он типа плюшевый реально. Пойдемте напнем кому-нибудь. Здрасте, друзья. Есть ли что-нибудь у вас, что я могу забрать себе? Если что, я евгенианец. Это Скорпо. Почему тебе не подохнуть, Скорпо? Погибнуть. Посмотрите, какие я его имею. У меня даже шансов не было. Никаких шансов. Кушаем, кушаем. О, победа. Знаете, что плохо? Никакого генетического кода нового не было. Мы убили его просто так. Это смерть без причины. Его смерти не было никакого смысла, понимаете? Никакого. Кто такой? Три рога вожак. Я сейчас вожака убью. Засал вожак. Смотрите, у него больше хп. У меня может как следует поиметь сейчас. Позволь. Давай, давай, добить. О! Он нас убил. Как так? Здесь становится страшно. Но я не понимаю, чего мне бояться. Великий круг спрятался за горизонтом. Смотрите на него, он не осознает. А что если это солнце вокруг Земли вращается? Лучше об этом помалкивать. Мои не поверят. Мои не поймут, меня сожгут на костре. Но мои еще не изобрели костер. Поэтому пока можно не бояться. А вдруг они изобрели его сегодня? Изумлень, вожак. На тебе. Я победю его! Сдохну быстро! Такой клич победный. А ну отошел. Палка. Я могу палкой бить. Вот так могу кинуть палкой. Смотрите, что это вдалеке. Бери палку. Давайте поздороваемся с этим. Покажем им свои технологии в виде палки. Камень. Хорошо, палка и камень. Можем из них что-то сделать? Пока еще недостаточно умны. Привет, брызговик. Как дела? Ты добрый? Злой? А если я тебя кину? Я его застанил. Можно пинать. Черт. Беги. Беги, евгенианец. А, нет. Смотрите, что это у него. Мы должны их убить. У него слишком крутые штуки. Что ж, я готов, конечно, к спариванию. Кто со мной? Никто не хочет? Кого свайпнуть вправо в Тиндере, кого? О, тебя. Ну давай. Так, пора уже эволюционировать и становиться более похожим на человека. Давай, поднимайся. Поднимайся. Выпрямляй позвоночник. Вот. О, какая попка. Оно будет как-то так ходить, я не знаю, как это будет работать. Пора другие глаза, мне кажется. Это невозможно терпеть. Что это? О! Нет, омерзительно. Но мне нравится. Какой официант. Руки вообще за спиной такой носит. Услужливый такой. О, сэр. Никакой угрозы не представляет. Вот. Вот. Что за говно я сделал? Но заметьте, все больше и больше похоже на людей. Вот, все, пошли. Пойдемте. Услужливо пойдемте. Ребята, здравствуйте. Вам ничего не принести? Нет? Кофе подлить? Ну ладно. Если что, зовите меня. Надеюсь, это хорошие чаевые. Дворецкий, блин, ходит, смотрите. О, скоро хозяин приедет, мне нужно убрать его. О, кто это? Ай, мы с вами уже сражались, я вас напнул в прошлом поколении. Кто там рычит на меня? Это невежливо, слушай. Ну-ка, он отошел от меня! Он отошел, блин! Сдохни же, хватит. Смотрите, о, за третий столик отнесу. Южноклюв, добыть охотой. Нужно убить всех южноклювов. Ребят, простите, но игра сказала убить вас всех. Хорошо. Я такой, видите, пришел весь с миром, но прячу за спиной оружие. Ребят, как дела? Мне осталось одного убить. Кого из вас? А ну лови! Он обматерил меня. Смотрите, смотрите, что происходит? Что происходит со мной? Боже мой, разум. Разум? Я разумен. Мозг! Что больше? Кажется, я эволюционировал и додумался до того, чтобы создать шайку. Пойдемте, банда. Меня уже ждет любовь. О, привет. О, я готов, если что.
А вот это яйцо нахрен, это не наш ребенок. Погодите, мы можем сделать прекрасные глаза, не вот эти вот безжизненные черные, а красивые зеленые глазки, смотрящие друг в друга. Это слишком омерзительно. Давайте, словно это маленькие усики наши. Да, это усики. Вот, всего лишь усы. О, максимально безобидный. Неплохо. Здравствуй, грибочерк. Как дела? Слышишь меня? Правильно делаешь. Всегда надо начинать с вожака. Ой, я сквернил его труп. Ой, я могу яйцо атаковать. Вот это я тварь. Вот это я мразь. Убил. Да как же я с собой уживаюсь? Куда попер? Там же опасность. Ему уже пофигу. Главное, чтобы в моей пасти не оказаться. Выманиваем. Кидай в него. Вот. Что-то ему пофигу, кажется. Убьет сейчас! Убьет! Все, жив. Осталось еще двоих убить. Я не пойду туда. А если сделать очень подло? Кокетство. Что, я как кокетничаю? Эй, бро! А песня? Я только что убил ваших детей и вашего вожака. Не хочешь дружить после этого? Заинтересовать троих, и тогда награда будет 30 ДНК. То есть, смотрите, если мы убиваем, то нам дают меньше очков, нам нужно заинтересовывать. Давайте дружить. А? Никак? О, нет, такой, нет, ты плохой. Кажется, с ним все. Придется сражаться. Осталось последнего убить. Ooh, you're gonna die. Есть, очки получили. А пойдемте вон с ребятами пообщаемся. Злобожап. Агрессивные. Да зловещий рык. Страхи бегут. Ну-ка быстро отдали мне все. Ой, ой, отошел. Ой, не надо. А, я победил его сейчас. 40 ДНК дадут. Нифига я крутой. Жопой повернусь к нему. Вот посмотри, я поедаю твоего друга. Он был тебе дорог? Куда ко мне сзади подходишь, а? А, умру. Жив, жив. Фига удар. Всем, чем есть, бей! Как в последний раз! От души бей! Умница! Мы полинушки! Беги! Нет. Мне нужен друг. Он не хочет со мной дружить. Мой собственный вид не хочет со мной дружить! Никто не откликнулся на мой зов. Никто. Дождь. Одиночество. Смотрите, смотрите. Получилось. Есть. Мой друг, мы открыли дружбу. Первая дружба в мире. Стая пополнения. Приветствуем вновь прибывших. Все, пойдем, бро. Надо преподнести коронное блюдо за третий столик. Если ты понимаешь, о чем я. Эй, ребят, как дела? Мы бродячие музыканты. Я песню спою вам. Смотрите, он кокетничает. Мы ему отвечаем тем же. А, я понял, как это работает. Все, я научился заводить друзей, наконец-таки. Мы друзья. Смотрите, здесь в шоке. О, нифига. Такое может быть? Давайте, давайте. Да, не хватило. Всего один остался, я не знаю, что делать. Пойдемте дальше. О, что за чуваки накачанные. Ля горил. Нельзя подружиться. Ну тогда придется что? Ух, давайте попробуем его отдубасить. Воу, воу, воу. Нет, они группой напали. Группой напали. Задержи их, дружище! О, боже мой, вот догоняют. Не надо. Не надо! Я же... О, что это? Что с ним? Что с ним? О, какая странная смерть. Ладно, наша основная цель сейчас это переместиться на новое гнездо. Побежали. И вот это чудо бежало к новому дому. Оно жаждало поклониться новому виду. Любому новому виду. Ибо нет услужливее... Ай, ударился об дерево. Ибо нет услужливее существа, чем евгенианец. Мы переселились на новое гнездо, а тут уже люди. Уже свои тусят. А что вы тут делаете, ребят? А, этот странный танец просто великолепный. Чувствую, что этот вид понимает друг друга. У них никогда не будет междоусобиц. Только мне не очень нравятся наши соседи. И, друзья, на этом мы с вами закончим очередной выпуск «Спор». Если вам нравится и вы хотите увидеть больше, то обязательно нужно шлепнуть кучу лайков. Чем больше лайков, тем больше вероятность, что следующий выпуск появится. А также пишите комментарии, что вам понравилось в этом выпуске, что вы хотите увидеть в следующем выпуске. Заказывайте существ. Будем с вами вместе создавать чудо. Чудо эволюции, не побоюсь этого слова. А также, друзья, если у вас сегодня день рождения, у кого-нибудь из вас, то поздравляю с днем рождения. Не забывайте подписываться на канал и ставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. Ну а с вами был Юджин, и всем пять!